Всем привет! Чтобы печатать мелкие детали и мостики в 3D принтере, необходимо охлаждение пластика получаемой детали. Вот и я для улучшения качества печати 3D принтера сделал ветродуйку. Правильный вариант для охлаждения – это когда воздух узким потоком обдувает пластик сразу после выхода из сопла. И таким образом этот вентилятор необходимо закреплять на печатающей каретке. Соответственно, здесь вес имеет значение. У меня в наличии на данный момент был только вентилятор диаметром 50 мм. Он прилично весит, и поэтому я его решил установить не на печатающей каретке, а рядом на подвесе. Освоение 3D-печати невозможно без познания программы AutoCAD и аналогичных. Вот и я делаю 3D-модель в AutoCAD. Сначала не знал, что на качество получаемой модели при сохранении в формат STL влияет значение внутренней переменной AutoCAD Face Trace. Переменная Face Trace изменяется от 1/100 до 50. Я сохранял модель сначала со значением 1/100, и при печати круглых моделей получались какие-то октаэдры. Эта переменная Face Trace задает количество полигонов для поверхности модели. В дальнейшем я поставил значение равным 10. Для ветродуйки сделал стенки толщиной 0,8 мм. Использовал охлаждение, поставил вентилятор прямо на стол. И тут я обратил внимание на неровности стенок.
Таким образом я закреплю ветродуйку на вентиляторе. Оказалось, в слайсере надо было установить флажок, использовать ретракт при смене слоя. И флажок не пересекать внешний периметр. Причем установить значение переменной для начала слоя – рандом. На качество печати влияет также скорость ретракта и заполнение сопла после ретракта. Я поставил значение -0,2. Есть еще минимальное расстояние перемещения сопла до ретракта. Я поставил 0,4 мм. При печати верхней части ветродуйки получилось отслоение периметра от заполняющей части. В слайсере нужно правильно установить значение для заполнения слоев. Настройки слайсера показаны в конце видеоклипа.
того, чтобы было видно, что ветродулька работает, я использую нитку. Напечатаемые детали, как видим, окружность имеет форму многоугольника. Как я говорил в начале клипа, на количество полигонов для поверхности модели STL в AutoCAD используется внутренняя переменная Face Trace. Это пример модели со значением Face Trace 1/100. Заполнение слоев периметра 110%. Перекрытие периметра и слоев заполнения. По умолчанию значение разрешения стоит 1 мм. Я поставил 1/10 мм.